В составе делегации Казанский федеральный университет посетил президент молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан. С приветственным словом выступил проректор по образовательной деятельности КФУ Тимирхан Алишев. У нас сейчас учатся порядка, около 1000 ребят, так или иначе, связанных со странами, которые входят в организацию исламской конференции. И я думаю, что проведением подобных мероприятий мы еще больше продвигаем и Казанский федеральный университет, те программы, которые мы реализуем, в том числе в Институте международных отношений. И, безусловно, это на пользу и научному сотрудничеству, потому что эти ребята, которые к нам приезжают, они в том числе являются такими агентами, достаточно активными у себя в странах. И, безусловно, это в дальнейшем будет способствовать развитию межинституциональных взаимодействий. В конце прошлого года Казань получила статус молодежной столицы Организации исламского сотрудничества. Встреча со студентами Института международных отношений Казанского университета стала частью подготовки к ряду мероприятий в рамках сотрудничества с ОИС, запланированных на 2022 год. Будем рассказывать студентам Казанского университета вот о тех возможностях, о новых возможностях, которые благодаря победе и получению этого статуса откроются для ребят. Особенно, конечно, это интересно будет для ребят, которые обучаются по специальности, связанной с международной дипломатией. И для них это будет отличный опыт быть включенными в процесс. Желающие могут войти в состав организаторов, стать волонтерами и влиться в атмосферу международного сотрудничества. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.